spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня в нашем обзоре представлена серия воблеров Air Feng от крупного китайского бренда Lure Fence. В настоящее время в линейку входят две модели, имеющие значительное различие как во внешности, так и в рабочих характеристиках. Давайте поближе рассмотрим меньшую версию, обозначенную индексом A5. Хотя на упаковке находится надпись Mini Jerkbait, это больше относится к способу проводки Air Feng, который можно определить классу Mino. Корпус с достаточно сложной геометрией. Определенным отличием можно считать тот факт, что в области брюшка тело широкое и округлое, а вот в сторону спинки идет плавное сужение. Все это влияет на поведение воблера в воде. Спереди расположена удлиненная лопатка округлой формы с крепежной петлей и заводным кольцом. По заявлению производителя, оптимальные рабочие глубины находятся в районе 1,5-2 метров. Длина составляет 50 мм, а весит всего 4 грамма. То есть, если учитывать только массу, то можно сказать, что приманка сгодится для ультралайта. Но не забывайте о сопротивлении и возможной нагрузке на сверхлегкую снасть, которая может создать такая дипованная модификация во время проводки. Степень плавучести положительная. Это, во-первых, поможет обойти зацепистые места. А во-вторых, появляется возможность сплавить приманку до перспективного места по течению. В палитре представлено более 1,5 десятка различных вариантов раскраски. На выбор рыболова предложены темные, светлые, ярко-кислотные и полупрозрачные. Есть варианты с голографией и имитацией настоящих рыбешек. Оснащается Minnow парой тройников BKK. Сами по себе крючки небольшие, но достаточно острые, прочные и с маленькими бородками. Они способны обеспечить качественную подсечку и удержать трофей на фазе вываживания. В корпусе из пластика можно рассмотреть продольный канал с металлическим шариком. Это система дальнего заброса. При положении ближе к хвосту груз помогает увеличить расстояние полета приманки. А в рабочем положении он фиксируется небольшой ступенькой. Еще в районе головной части закреплен балансировочный шарик. Из-за подвижности этих элементов при проводке создается хорошо слышимый шумовой эффект. За счет наличия собственной активной игры A5 можно вести равномеркой или stop and go. Но все-таки вспомним надпись Mini Jerkbait. Значит, весь потенциал приманка способна раскрыть именно при рывковой анимации. При этом воблер хаотично мечется и привлекает хищника. Особенно такая игра нравится окуню и некрупной щучке. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.